Приветствую вас, друзья, на нашем канале «Спортмарафон». Меня зовут Андрей. Сегодня мы поговорим с вами о шортах от одной шведской компании под названием Fjällräven. Называются они Barents Pro. Выполнены из той же ткани, что и одноименные брюки Barents Pro. Называется, в общем-то, эта ткань G1000. Она представляет из себя смесь 65% полиэстера и 35% хлопка. Это идеальное сочетание для того, чтобы можно было этот материал завощить. То есть обработать специальным парафином на основе пчелиного воска. Что это нам дает? Это дает нам защиту от влаги и от ветра. Также добавляет плотности материала. Давайте рассмотрим поподробнее. Видим, мы задняя часть слегка удлинена. Это добавляет нам удобства, когда мы поднимаемся в гору. Наша поясница всегда будет закрыта. Спереди такая кнопка, она медная. На ней нарисован лисенок Fjällräven, полярный лис. Со временем, во время носки, она отполируется и будет практически как золото блестеть. Также здесь медная собачка-молния, молния Вайкики, это японская молния. Множество шлевок для ремня. Я рекомендую использовать тряпичный ремень или ремень на основе эластичной стропы. В передней части мы видим 6 карманов. 4 из них на кнопках под такими клапанами на бедрах. И 2 кармана, как у джинс, в классическом расположении. Давайте поподробнее про эти 4 кармана на кнопках. Все кнопки также медные. Со временем они полируются и становятся блестящими. На левом бедре 3 кармана. 2 объемных, больших. И 1 карман. Он вот такой вытянутый, имеет кнопку сверху и снизу. Этот карман для любого складного ножа. Помещаем его сюда, и для удобства изъятия из кармана мы открываем кнопку снизу и вынимаем его отсюда. Также через этот кармашек можно вытряхнуть любой мусор, который может попасть в него. Флажочек Швеции. И на правой штанине, на правом бедре, еще один карман накладной, он очень объемный. На нем присутствует логотип Fjällräven, он сделан в виде вот такой кожаной штучки. И внутри этого кармана мы видим и такой эластичный кармашек. Он для нашего любимого смартфона. Область паха имеет специальный крой, который не позволяет разорваться материалу даже во время экстремального натяжения. Также вот в задней части мы видим, что материал другой цвет имеет. Все просто, здесь просто 2 слоя материала. Еще более прочная область задней части. Итак, это были шорты Barents Pro от компании Fjällräven. Спасибо.